Доброе утро, мои дорогие. Ну что, связала я одну пару-то потушек. Ну, с пупырышками мне не хватило. Пришлось добавить другие нитки. Ну, видите, как они по цвету совпадают замечательно. Вот, так что одна пара у меня готова. Что меня очень радует. Кстати, все вот эти обрезки, которые остаются у меня там от ниточек, я не выбрасываю, потому что, бог даст, будет у меня время, я сделаю что-нибудь в стиле пицца, в технике пицца, и все вот эти обрезочки у меня туда замечательно пойдут. Всякие ниточки, вот эти вот края, которые я у шарфиков обрезаю, все-все складываю. Ай, Плюшкин еще тот. Ну а что делать? А потом вот так вот стукнет тебе что-то нужно сделать, сшить. А этого ничего нет. Как вот? Поэтому все собираем. Что это за монах? Это я. Да холодно. Прям вот холодно. Вот, а я вышла на балкон посмотреть, что творится вокруг. Ну и с вами поговорить. Вот сейчас я с вами поговорю, а потом покажу вам, что я... Ну, буквально вот чуть-чуть из последнего сделала. Вот видите. Во-первых, что хочу вам сказать, мои золотые. Сами видите, какая погода. Вот вроде пытается и солнышко там вылезти, но холодно. И сейчас в Черноморске снимать-то, в общем-то, и нечего. Поэтому, если я буду пропадать там на день, на два, не переживайте, пожалуйста. Просто у меня есть проекты из цемента и украшения. Я буду их делать. Но на это все нужно время. А так вот это пошла в магазин, пошла в аптеку. Что-то надоело уже это все снимать. Да неинтересно это. Вот, гранатик желтеет, видите как? Еще у меня там несколько штучек висит. Вот. Потом еще что я хотела вам сказать. Мои дорогие, не обижайтесь, пожалуйста. Я не всегда могу ответить, даже и не то, что в комментариях, и в WhatsApp, и в Viber. У меня бывают дни, когда приходит только в WhatsApp и в Viber до 100 сообщений. Люди пишут и вопросы задают, и, в общем, по-всякому. Но, конечно, это отнимает много времени. И вообще я обалдеваю от этих людей. Вот как вы думаете? Выложила видео, где я делала украшения для Ларисы и невестки ее Тани. И вот мне одна дама три раза три сообщения прислала. Продайте мне украшения. Прям продайте. Я ей пишу, что это на заказ сделано. Она мне опять пишет, продайте. Я уже ничего ей отвечать не стала. Она третий раз пишет и дает мне советы, как обмануть заказчицу, а продать украшение ей. Ну! Вот как, вот, ну как это можно? Очень вас прошу таких сообщений мне не писать. Делать я этого не буду ни в коем случае. Если я человеку обещала, я могу случайно что-то забыть там. Особенно, когда вот я уезжала, там путешествия в эти вот... Один шарф подарила, который вот
человек хотел купить. Ну, бывает такое. Но чтобы из заказов я продала кому-то, вы что вообще головой-то думаете? Так что вот так. Потом собиралась вчера ехать в Севастополь. Давно хочу, и все никак. Нет, написала мне женщина, что вот нужно ей там комплектик один. Ну, короче, я весь день прождала, в Севастополь не поехала, и она мне не позвонила, и ничего. Люди, давайте будем беречь, а? Свое время и время других людей, пожалуйста. И последнее, что я хотела вам сказать. Про розыгрыш. Я помню. Но у меня просто такая проблема. Розыгрыш мне Саша делает. А Саша сейчас с Даней поменяли квартиру. Ну и понятно, переезд. Если бы они еще не работали, другое дело. А когда и работаешь, и переезд, и все это надо перевести, все это... Во-первых, вымыть квартиру, которую освободили, потом разобрать в новой квартире все. Поэтому, ну, я ее дергала-дергала, потом думаю, ладно, не буду дергать, как освободиться, она мне сделает. Вот, так что я помню, я не забыла. Вот, ну и вроде пока все. Вот, сейчас вам покажу, что я сделала в последнее время. Немножко. Ну вот, сделала вот такой шарфик зебру. Вот были у меня такие бусины. Думаю, не буду я ничего придумывать, а сделаю прям целиком зебру. Он длинный. Вы не думайте, что он... Я просто его... Три раза перекрутила. А так он, как обычно, 1.5 метра. Так что, кому нравится такая расцветочка, налетайте. Это переделка. Я не смогла оставить на шнурках вот такое стекло изумительное. Я не знаю, что это за стекло. Я не знаю происхождения этого украшения. Но очень красивое стекло. Посмотрите, там и черное, и золото. А вот эти вот бусины напоминают пчел. И вот эти вот бусины, как будто, не знаю, как мед. Вот я убрала шнурок, на котором это все было. Надела эти бусины на мемори проволоку, на проволоку с памятью. Вот. И подобрала в цвет вот эти вот стеклянные, причем очень красивые бусины, которые прям вот переливаются, играют на свету. А украшение это не длинное, 53 сантиметра. Вот эти бусины тяжеловатые, но они и крупные, тяжеловатые, прям такое, знаете, тяжелое стекло. Вот поэтому я и сделала, собственно, мемори проволоку, чтобы это было понадежней. Ну, сейчас я вам покажу на манекене. На улице так пасмурно и темно, что даже свет не помогает. Ну, вот так оно смотрится. На самом деле, на нормальной шее оно будет меньше. Потому что у манекена, конечно, шейки, как у ребенка. Вот видите, да, когда свет попадает,
совсем по-другому смотрится. Прям очень мне хотелось переделать. Прям руки чесались. Ну, вам судить, как получилось. Пишите мне, понравилось вам или нет. Так, это остались у меня бусинки и две маленьких ракушечки. И я сделала вот такие сережечки на гвоздиках. Вот. Но, кстати, Ларис, Тань, если увидите, напишите, если вам нужно. Я вам пришлю их. Товарищ дорогой, вот такие сделала я серьги. Это вот, что недавно кости я купила, вот эти бутончики резные, это из кости. Вот, а это такие бусины стеклянные. Такие нежненькие прям. И благородные в то же время. Ну, хочу вам сказать... Так, Макс. Хочу вам сказать, что вот швензы, в общем-то, на ухо, у которого дырочка пониже проколота, они коротковатые, а длинные у меня закончились. И здесь мне никак не купить нигде, поэтому, не знаю, надо опять как-то через кого-то заказывать. Так, и прошу все-таки откликнуться девушку, которая хотела вот эти серьги. Это замечательные, конечно, бусины, замечательные, с эффектом AB, то есть Аврора Бореллиус, Северное сияние. Я не знаю, австрийские они или это Чехословакия, но это винтаж. Так вот, не получается у меня войти в контакт, я уже вот во втором видео про это говорю. Пожалуйста. Я оставлю телефон, да он у меня и так везде есть. И напишите мне смс-ку, что ли. Ну, не знаю, адрес. Я вам вышлю, ну. А то я же переживаю и... Вот. Ну, на этом пока все, мои золотые. Холодновато мне тут на втором этаже. Это... Макс скачет ему. Ему в шубе тепло. Вот. Ну что, спасибо всем за комментарии. Спасибо. Вон, видите, у меня шарфов сколько на кровати. Надо разобрать и убрать в комод. Спасибо всем за комментарии. Спасибо, что смотрите меня. Ну и пока-пока. А я пойду дальше работать.